Hi, it's Natalie. Друзья, сегодня я хочу подвести итог результатов ЕГЭ по английскому языку в 2018 году. Нас с вами игнорируют, не считаются с нами. Наши дети для ФИПИ, Рособорнадзора и лично Вербицкой Марии Валерьевны – это просто галочки в отчете и не более. Их судьбы, мечты, старания нашу систему образования, к сожалению, не интересуют. Еще в марте я составила петицию, требующую ввести четкие критерии формулировки тем эссе. Вот ссылка на нее. Эту петицию подписали 600 человек – преподавателей, родителей и выпускников. Это здорово, но этого недостаточно для того, чтобы нас с вами перестали игнорировать. В этом году 1000 выпускников получили 0 за эссе, потому что якобы не раскрыли тему. На Урале 80% сдающих английский получили 0. Эссе – это 14 баллов. Получить 0 – это значит автоматически лишиться права поступить на бюджет или выбранный вуз. Неужели наши дети настолько не подготовлены? Конечно, нет. На ЛИИ получило огромное число детей, занимающих призовые места на олимпиадах, с отличием сдающих кембриджские экзамены. Так в чем же дело? А проблема, как и уже много лет подряд, в неграмотных темах эссе, которые дают нашим детям на экзамене. В петиции я приводила много примеров тем эссе, составленных ФИПИ, которые нелогичны, непроблемны, сформулированы слишком широко, просят противопоставить несравниваемые вещи. В этом году к этим проблемам добавилась еще одна – использование в темах терминов, относящихся к более высокому уровню владения языком, чем тот, на который заявлен сам экзамен. Но давайте пойдем по порядку и рассмотрим некоторые темы эссе, которые наши выпускники получили в этом году. Вот одна из тем. An early choice of a career path is a key to success. Ранний выбор профессии – ключ к успеху. Тысячи детей получили на ЛИ именно за эту тему. В чем проблема этой темы? Дело в том, что в процессе подготовки к написанию эссе по темам ФИПИ наши дети уже научились читать между строк и интерпретировать тему самостоятельно. Как, например, тема, о которой я говорила в петиции. Every city and town should have a zoo. Студенты натренировались, что здесь надо писать не о том, о чем заявлено в теме, то есть в каждом ли большом или маленьком городе должен быть зоопарк, а просто писать эссе за и против зоопарков, игнорируя дословную формулировку тем. То же самое большинство студентов сделали и на этот раз. Они просто, наученные опытом, самостоятельно и вполне логично сделали решение, что от них ждут эссе за и против раннего выбора профессии. В сети выложено большое количество прекрасных эссе, получивших 0, где дети рассуждают о преимуществах и недостатках раннего выбора профессии, размышляют, стоит ли выбирать профессию в юном возрасте, приводят прекрасные аргументы и примеры. Но приемные комиссии интерпретировали тему немного по-другому. Они совместно решили, что здесь ключевое слово – успех. И если выпускник напрямую не пишет слово «успех», а говорит просто про положительные или отрицательные последствия выбора профессии в раннем возрасте и о том, в каком возрасте лучше выбирать профессию, то тема не раскрыта. По их размышлению, видимо, нужно везде вставлять фразу, и тогда вас ждет успех. Произошло то, о чем мы с вами говорили в петиции. Тему можно интерпретировать по-разному. И если твоя интерпретация не соответствует пониманию приемной комиссии, получай 0. И еще одна тема, из-за которой 1000 детей получили на ЛИ. Digital literacy is the key to success in any occupation. Цифровая грамотность – ключ к успеху в любой профессии, занятий. Здесь проблема состояла не только в том, что термин occupation переводится и как профессия, и как просто занятие, и дети просто не понимали, какое значение выбрать и как потом этот широченный термин сузить, то есть о каких занятиях или профессии говорить, но и в том, что многие просто не знали перевода термина literacy. Дело в том,
что экзамен ЕГЭ заявлен как экзамен уровня B2, то есть Upper Intermediate. Термин же literacy, согласно большинству словарей, относится к уровню C1, то есть advanced. Выпускники просто никогда не встречали этот термин в своих учебниках, которые составляются в соответствии с градацией слов на уровне сложности. Пока что ФИПИ дает маловнятные ответы на вопросы возмущенных детей и их родителей. На опыте того, как они проигнорировали нашу мартовскую петицию и сейчас отмалчиваются уже после того, как тысячи детей получили НАЛИ, очевидно, что ничего не изменится, если мы этого не потребуем очень настойчиво и очень громко. И нас с вами должно быть много. Я предлагаю разослать это видео вашим друзьям и знакомым и попросить их ставить лайки под этим видео и обязательно подписывать нашу еще мартовскую петицию. Если ваш ребенок будет сдавать ЕГЭ еще не скоро, подпишите петицию сейчас. Не ждите, когда он или она получит 0 за эссе и потеряет целых 14 баллов не по своей вине. Также я считаю, что это наплевательское отношение к нам и нашим детям со стороны чиновников будет продолжаться, если люди, ответственные за ЕГЭ, не будут нести личной ответственности за неграмотное составление экзаменационных материалов и за настойчивое игнорирование мнения профессионалов и просто тысяч недовольных их работой людей. Поэтому я предлагаю требовать отстранения Вербицкой Марии Валерьевны, председателя Федеральной предметной комиссии разработчиков ЕГЭ по иностранным языкам, от должности. Если вы согласны, пожалуйста, пишите в комментариях. Отстранить Вербицкую Марию Валерьевну от должности. Нам нужно как можно больше письменных доказательств нашего недовольства и негодования. Давайте вместе добьемся того, чтобы результаты этого экзамена были пересмотрены и изменим систему к лучшему для будущих выпускников. А я буду вас информировать по мере того, как ситуация вокруг результатов этого экзамена будет развиваться. Подписывайтесь, делитесь и обязательно оставляйте свои комментарии.